Полное описание и точная дата выхода 12 серии 3 сезона сериала «Патриот». 12 серия сериала выйдет на ТНТ 1 марта. В новой серии мы увидим, как Окси организовывает трудовой лагерь. С Ленки сняли обвинение, но Саня ей об этом не говорит. Батя Ленки и мама Ленки находят старую видеокассету с домашним видео. Гера и Вася работают у Кати аниматорами. Теряют ребенка. Ленка обижена на Саню. Сбегает от него в Москву на съемки вместе с Герой и Васей. Вместо себя оставляет Никиту. В банный комплекс приезжает телевидение снимать про Саню ролик. Напомним, 12 серия сериала выйдет на ТНТ 1 марта. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.